Ну, вот это киви. Он плетется как виноград. И со временем папа хочет его много посадить. Да. Вот так растет. Да. На пень сделали да, опору. Совершенно верно. Он растет как виноград. И плетется как виноград. Но папа его пересадит вниз. Там виноград у нас вот этот дом заслонил свет, а винограду нужно солнышко вот такое. Вот виноградник. Да, сейчас я поближе покажу. Тут уже есть виноградинки. Да. Это столовый сорт винограда. Дамский пальчик. Дамский пальчик. Да. Такая беседка гранитная. Да, но вот тот виноград весь загублен из-за постройки вот этого дома. Ну, потому что стена вот здесь образовалась. И из-за этого, а киви это нравится. Поэтому папа со временем хочет вот этот киви. Он в тени любит. Да, он киви любит. Благо он любит. Ага. А этот киви не цветет, потому что это потому что мужчина. Мужчина, его, да? А нужно, чтобы мужчина и женщина. Ага, и девочка. Так, дальше пойдем. Ну, вот это вот персик. Заметьте, остался один персик. Так. Потому что папа жёг диван. Смотри. Ага. И опалил листики. Опаленные. Да. Ёлки. А вот он. А вот этот персик, да, это дядя Володя дал. И он, кстати, у нас первый год в дом. Дает сейчас урожай. Да, то есть он уже был трехлетним. Слушай, а много вообще. Да ты посмотри. Ну, смотри, как он весь. Я хочу сказать, персики сами маленькие, но какие сладкие. Сладкие. У них есть крупные, вода водою. Ага. Только вот для компота они хороши, так знаешь. Но для еды вот это у нас ведро принесли, угостили. Угу. Витя, соли и Солинка съели за час. Обалдеть. Здорово. Потому что, говорит, очень. Выясним. Так это вот яблоня. Ой, это хурма. Хурма. А это хурма. Это какой сорт? Это королек. Королек шоколадный. Но опыляется и зараза. Шоколадный. Вот он уже завязался. Вот так растет королек. Ну, а вот это дерево, что вот хурма, вот интересное дерево, оно, конечно, сбрасывает все, что он считает нужным. В общем, она лишнюю зависть сама сбрасывает, хурма. Да. Если не может выкормить. Такое большое дерево. Очень. Оно. Помнишь, это то дерево, когда Саша на день рождения. Да, мы ведрами здесь собирали. Ведрами собирали, да. Это я помню, да, да, вот, да. Ты знаешь, да, если все нормально, то сбор здесь не меньше 12 ведер. Вот с одного дерева, да. С такого 12 ведер. Не меньше. Так, дальше. Это черешенка новая это посажена. Это черешня. Это вишня. Так, вишня. Черешня, вот деревце. Да. Одна черешенка пока. И вишенка. Вишня тоже завязалась. Вот смотри, да? Ты знаешь, вот нам хватает потихоньку вишни вот этого дерева и вот того. Вон еще вот там у нас там дерево еще, занято, ага. Да. Нам хватает вареники сварить несколько раз с вишней. И на зиму свежую заморозить. Заморозить. Чуть-чуть, да. Так, вот а это вот еще одна хурма. Это хурма. Это бычье сердце. Бычье сердце тоже большое. Огромное. Дерево. Это с него очень хорошо получается сушеная хурма. Сушеная хурма. Да. Самое лакомство. Так она вяжет. Его нужно ждать, когда оно превратится в желе. И только тогда есть. Но для того, чтобы засушить, это самая лучшая хурма. Да, это очень вкусно. И сколько примерно с одного такого дерева снимаете? Она очень крупная. Если две штуки, практически это 700 грамм. Можешь представить. То есть 4 штуки, килограмм это... Смело. Да, поэтому мы в этом году 7 ведер засушили. Одно ведро, 3-литровая банка сушеной хурмы получается. Одно ведро, это 3-литровая банка сушеной хурмы. Здорово. Так, а вот это что-то я забыла. Вот а это апельсин. Апельсин? Да, он собирается цвести. Вот, какая красота в бутонах сейчас. Да. Он похож на мандарин. Да, я что-то сначала мандарин-то подумала. Нет, это апельсин. Да, апельсинчик. Здорово. Так. Это хурма. Молоденькая хурма. Молоденькая, да. Может, пересадим. Все так это. А вот это 2 апельсиновых дерева. Где еще апельсин? Вот, а вот еще. Да, и тоже, видишь, цветет великолепно. Пахнет, как жасмин. Запах шикарный. Набирает цвет хорошо. Так, это еще одна яблонка, да? Да, это очень вкусно. Яблонь. У нас в основном все яблони летние. Летние.
Да. Угу. И вот эта вот яблоня тоже в этом вот году это давала ржи. Она полосатая. Яблоко угу. полосатое. Очень вкусное. Аромат и запах необыкновенный. Так, дальше. Вот это думаю, так, это вот еще одна вишня. Да, еще вишня. Тоже вишенки вот уже. Это вот кизил. Так, где кизил? Вот. Что я не помню, я его ела, так кизил. В том году я насобирала достаточно ой. Много. Конечно, шикарнейший компот. И очень, а, кизил, и очень да, вкусный, да, да. обалденный кисель с него получается. Компот супер, я его пробовала. Да. Но мы не делали компот на зиму. Он цвел? А вот кизил, а вот смотри, а даже вот. Кизилы, кизилики висят. Где? Но в том году вот. А, вот. Да. Но в том году, вот. Их было, ну, знаешь... Маленький кизил. Может быть, с трехлитровую банку я всего сорвала. Вот. Поняла, да? Угу. Вот это очень вкусный черносты. Вот. Тоже уже весь завязался. Угу. В том году тоже он был сильный. Но я очень люблю. А ты его сушишь, да, или что ты? Чернослив. Компот. Компот. И так съедаем. Ага. Я могу сама за 2 дня ведро съесть слив. Ой. Я очень люблю сливы. Я могу ими питаться с утра до вечера. Так, это яблоня. Или... Это груша. А, груша. Нет, это яблоня. Всё подожди, сейчас я сказала. По листу посмотрю. Это колоноидная яблоня. Угу. А грушу мы прошли. Угу. У нас очень много яблонь, но они в основном все летние. Так, это... Инжир. Инжир. Да, инжир. Не знаю, как в этом году. А в том году что-то урожай был маленький, да? Был урожай, не сильно большой, но нам хватило и поесть, и законсервировать. Угу. И такое раскидистое дерево. Мне нравится то, что бабушка всегда, как сейчас помню, снимает стресс в августе. Инжиру слишком жарко, угу. и она его брызгает, ну, в ночь. Тем самым снимает стресс. Он не любит жару. А-а-а. Да. Понятно. Я знаю, что у инжира вообще хрупкая очень крона, ну да, вот ветки. Нельзя лазить. Лазить нельзя, я помню. Примета, по... Что если ты упал с инжирового дерева, то ты можешь повредить себе очень серьезно какие-то, ну, ноги, руки. Части тела. Да, части тела. Да? То есть это примета такая, а-а-а. Что если упал, то можно инвалидом да. остаться. Поэтому если дерево большое, ловушками снимают этот да. урожай. Да, стараются значит, не ловушками. Залазить на него, потому угу. что он хрупкий. Это. А это у нас... Что это у нас? А это хурма тоже. Тоже хурма. Да. Вот это тоже хурма. Вот это круглослив, вот это что компот. Крупная пила. Вот это, да. да, да, да. Очень, она очень такая крупная, красивая. Такая у нее, вот именно с нее что хорошо, вот эти компоты делать. Угу. Она мясистая такая, ой, какая вкусная. Она круглая. Круглая, да, да, да. А вот это что-то прошли я, что-то инжир. Это. Инжир. Тоже такой вот маленький инжирчик. Да. О, извиняюсь, это мушмула. А я смотрю, инжир что-то это нет. Мушмула. Мушмула, да. Мушмулу Сережа посадил сам от своего дерева. Оно вечно зеленое, да, отросток. Ага. Оно вечно зеленое. Само сама сбрасывает листу, как магнолия. Вот. Вот, нет, это тютина. Вот это тютина. Вот этот инжир надо пересадить. Это инжир. Да, его надо пересадить, потому что ему. Да, он уже под здесь кроной. Нельзя, да. Так это тютина, тютина, понятно. Вот сейчас она уже тоже. Да. Такая... Это тютинка. Она такая... где-то в начале июня, числа 10 обычно. Ведь на Витин день рождения она спела. Ага. А вот это мушмула. Где вот? Ага. Мушмулу мы держим в основном из-за косточек. Потому, на, что потому что на ней настойку делают чачу. Чачу, да, настойка чача. Самая лучшая чача на косточках. А какой привкус у чачи получается интересный? Делаем когда? На всем. Вот они, ягоды уже. Вот потому он. Что они уже в июне спеют. Вот кто не видел мушмулу, да. вот она. Она цветет буквально уже, наверное, самое первое, что самое цветет. Первое. Это мушмула. Вот, у нее очень интересные цветки такие. Похоже на цветы, как цветет каштан.
Что-то вот мне напоминает. Я уже забыла, как мушмула цветет. Вот. И вот эти она, видишь, вот сбрасывает. Это все, она вечно зеленое растение. Вот. И мушмула, она вкусная. Но из-за того, что много косточек в ней, и они тяжелые, мы ее не покупаем. Угу. Вот. Это там что, мандарин или что? Там. Вот. Вот то? Возле, да, забора. То лавровый лист. Вот там. Да, это лавр, вот, что вот ли? Это лавр. А, сейчас пойду с ним покажу. Он вроде в другом месте сидел. Он же сам. Лавровый лист вот растет. Да, он же сам опыляется. И сам. Вот уже такие более. Да, это вот она молодая зелень наросла. А это уже более, да. Да, их уже можно отламывать и вот это. Надо мне нарвать. О! Вот оно, пирожковое дерево. Листья узнала. Непонятно, что. Да, точно, листики. Видите, что у него необыкновенные листья, поэтому перепутать как невозможно. Как лопаточка такой, Саша, да. Интересно. Надо и пирожочки посадить. У него, прям чистые пирожки. Но вкус такой интересный, мне очень нравится. Пирожковый, потому что плоды форма, форма напоминает пирожок. Пирожки, ага. Хотя вкус ананас с бананом. Ой, слушай, интересно так. Я-то у вас не пробовала. Это прям экзотическое, да, растение. О, а здесь это земляничка. Здесь земляничка, да. Была малина, и вот еще есть кустики малинки. А что убрала? Ну, что-то она не растет. Не пошла, да? Не пошла. Не пошла? Ага. Так, а это фихоа дерево? Фихоа. Да, это дерево, вот они. Их несколько штук. А вон сейчас, это вот помоложе. Тоже вечно зеленые. Ну, цветет она. Но она поздно вообще. Вот, она собирается свести только. Угу. Вот. Ее же собирают, по-моему, в ноябре где-то. Она, да? Сама. Она, ее не собирают. Она падает. Она падает. Только тогда ее можно рвать, ее никто не рвет. Да-да-да. Я помню, мы в Абхазии тогда собирали. Там сколько деревьев собирать? Полно. Вон мушмула тоже. У нас несколько деревьев. Хватает наших семьи. Вот еще одна мушмула. Потом, чтобы настояла. А листья красивые у мушмулы, очень, да? Такие большие, как лопаткой. Смотрите, мамуру. Рука моя. Да. И такое, такие листья большие. Так. Это фихоа. Угу. Еще. Да, это фихоа тоже. Ты знаешь, у нас мелкий. То есть то ему, конечно, нужно, наверное, более теплые эти. Но, тем не менее... Нам хватает и компот закрыть, и перекрутить. Да, фихоа варенье это что-то, и компот. Ну, у нас в этом году Оля прям попала четко на... А это мандарин вот это? А это мандарин. Мандарин. В этом году мы собрали три ведра. Три ведра мандарин. Вот с этого дерева. Слушай, деревце-то небольшое. Че? Вот. А я тебе не присылала прям вот ветки? Я фотографировала. Нет. Ну вот. Нет. Я тебе с мандаринами ветки покажу. Это вот еще, получается, а это тоже мушмула, да. У нас папа, он его прям боготворит. Это гранат. И вот уже вы. Сейчас я покажу, он начинает цвести. Да, он только начинает цвести. Вот такие у него бутоны. И будет и распускаться. Вот бутон, да, он прям как это, как гранат, знаешь, маленький, да, бутон. Он открывается. Плотный. И потом нежные лепестки цветочка. Не, красиво, красиво там он цветет. Как раз в этом твердом бутоне нежные. Еще одно гранатовое дерево. А когда гранат снимаем? В ноябре или в декабре, в да? В октябре где-то. В октябре? Октябрь, ноябрь. Ага. Так, это еще одна яблоня. Эти яблоки очень большие. Крупные. Да, очень крупные. Угу. Для варенья они шикарные. Все тоже уже цвело. Мне очень нравятся. Такие яблочки. Это... Это крыжовник без... Без шипы. Шипны. Без шипы, да. Тоже уже весь в ягодках. Да. Это ежевика же здесь, да? Это ежевика садовая, бесшипная. Бесшипная, да. Крупненькая. Угу. Такая уже хорошенькая. Земляничка. Угу. А вон клубничка, смотри, вот поспела. Первые ягодки. Ну да. Вот, ну вот. Даже сорвем сейчас. Вон там еще внизу. Угу. Пошел урожай. Но здесь она, смотри, она здесь есть, видишь, завязанные. Угу. Вот. И вот, смотри, сколько. Угу. Ягодок.
Здорово. Специально, видишь, расстояние между забором. Ну, чтобы удобно было ходить, тоже не подвязывается. Не только удобно ходить, потому что так положено. Да. Нельзя затенять я тоже участок так. другой. У нас тоже так хорошо натянуто и сделано. Все бы так понимали. Угу. А вот там у нас черная смородина. Сейчас. Вот из которой я, собственно говоря, и закрыла тоже. 10 баночек маленьких по 500 грамм. Варенье. Варенье. Вот это, смородина. В принципе, все с одной вот этих цветов. А это красная. Это красная, я вижу сразу. Надо, кстати, по его кистям. Подвязать, да. Ух, какая, слушай, налила себе. Наливная, да, наливная, хорошая. Надо будет ее подвязать. Сейчас ага. пойду принесу и подвяжу. Вот, смородина. Слушай, она такая высокая у тебя вообще. Вот она, да. 4 метра. Угу. Не меньше. Так может тоже ее формировать надо. Тоже ну, вся да. в ягодках уже. Но угу. У нас только начинает цвести. Ну, у я нас вот уезжала, давно... она цвести начинает. Ой, хорошо в деревне летом. Весной пока. Летом это когда ягоды. Да, весной, правда, весной. Ой, жасмин зацвел. Где? А, вон он, посмотри. Так, идем на жасмин смотреть. Жасмин, это я бабушку все просила, просила. Говорю, мам, что ты сажаешь такую ерунду? А он прям посади это... Посади жасмин. Надо будет его тоже подвязать. Вау, точно есть цветет. Как он пахнет. Есть цветет. Ой, подожди, вот смотри, красивая. О, красота какая. И пахнет. Так, надо понюхать. О, хорошо. Ах, слушай, ну он в тени в такой цветет, как хорошо, угу, угу. Да? Да, он, ну да. Хотя вот он как бы и любит. Смотри, цветет, угу. Надо вот их тоже подвязать. Вот эти... Видишь, это нет, это ты мне должна эту красоту дать. Я должна ее посадить у себя это в деревне. Однозначно. Сейчас подожди. Я поподвязываю. Там я подвязала, чтобы а я сейчас там падали. Еще покажу, какие красивые. Они просто огромедные. Это белые ирисы, вот, правильно? Да, это белые ирисы, да. Вот они рука очень моя. Большие. Там их надо подвязывать. Там еще крупнее, мне кажется. Знаешь, там светлее, крупнее. Потому что там солнечнее. Да, 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 да. Но это красота вообще. Там вообще очень тени много. Здесь виноград растет да. полностью. Вот виноград из-за этого. Да, здесь виноград. А дальше вообще побогать. Стал плохо будет. Расти, потому что здесь затенили. Соседи выстроили большой дом и стену вот эту подняли. Он кисти огромные, но он гниет. Прям на веточке. Нет, половина да, здесь одна тень. Одна да. тень. Обидно, конечно. Так, ну что, дальше пойдем. По дороженьке. А это этот. Щавель. Ага. Надо обрезать его. Щевелек, щевелек. Ой, тоже надо, смотри. Мне еще Сережа говорю, так, ты мне не покоси. Это гладиолус. Понятно. Вот видишь, как прокосил, надо продергать. Ага. Так, это фундук, да? Это фундук. В этом году чего? Продергали, его убрали очень сухой. Зачистили. Да, но в том году собрали урожай. Хочешь фундука ну, тебе дадим? Ну, в том году был слабоватый фундук везде в Краснодарском угу. крае. А вот это я не знаю. И в этом году... Ну, фундук будет весь, в этом году-то или нет? Весь прочищенный, даже не знаю. А, слушай, правда все прочищено? Было прямо это что здесь, ты? Все здесь вот заросли все, такие. Все, даже не было видно вот этой ямы. Мирон сюда бегал-то все это. Комары mm-hmm. накусали его тогда. Ой, поэтому я тебе не могу сказать. Его, наверное, тоже надо бороздить. Ага. Uh-huh. Я не вижу, чтобы было заяц. Розочки. Это же это в принципе это лещина. У нас крупный фундук. Но из-за того, что он тот вообще папа практически весь вырубил. Не, проредили хорошо. Я что-то даже сейчас это сюда же еще не заходила. А вот здесь у нас курочки. Вот в лещине в этой бегали. У нас же курятник ты прошла. Да, посмотрела. Да, да, вот да. Вот тут да. бегали курочки. А потом да. были куры. Так, это томатики. Тут несколько это... видов, несколько сортов. Бабушка вот это вот все тут понаписывала, ага. я все убрала, мне это уже без разницы. Мне все равно, какие сорта. Угу. Там укроп растет. Ага. Зеленуха. Угу. Вот еще томатики посажены, там перчики. Ой, вот это не рассказываешь. Это опытная грядка. Опытная, абсолютно. Чисто опытная грядка. Петрушка.
Так, это что? Это георгины. Знаешь, георгины, как вот у бабушки Зины. Я не пойму, Зины. Они однолетние? Или нет, это многолетние? Нет, многолетние. А ты не выкапываешь их? Ну, а зачем? У нас зимы нет. То есть вообще не выкапывается, да. Ничего. Ничего не выкапываем. Вот, ага. Вот здесь, вот в этой грядке, где помидоры я рассадила, по краю, луковицы тюльпанов. Потому что вот это все было, все в тюльпанах. Вся грядка была в тюльпанах, огромные, вот такие. Нарциссы, вот видишь, обрезаны. А, вот они. Да, это все, они отцвели, и я их пообрезала, потому что делать им уже здесь нечего. Вот это ирисы отцвели, очень красивые, знаешь, такие столбики. Вот первые ирисы, которые хорошо с желтыми тюльпанами сочетаются. Еще много таких вот. Я еще на фотографии с букетом таких. Ирисы и желтые тюльпаны. Угу. Так, здесь чего? Здесь банан растет. Да. Вот. То тоже он уже наливается. Сейчас я зайду, банан покажу. То я не знаю, что. Ой. Вот, вот видишь, их два дерева. Вот это ты не знаешь, что это? Я не знаю. Но она цветет таким, она же цветет. Вот это. Я не знаю. Такие красно-розовые, нет это? Или я что-то путаю? Я что-то уже забыла. Вот так растет банан. Вот. А под зиму уже под пень срубаете или оставляете под его? Пень. Под пенек срубается, и он потом, да, потом выгоняет. Он как трава. Он как трава, да-да-да. Розарий здесь. Розы, конечно, здесь красивые. Да. Красота. И если вот, вот еще. Не знаю, как будет цвести, но называется черный жемчуг. Вот это, да? А, вот этот черный жемчуг. Тоже розы. Пойду сейчас привяжу. А, да. Сейчас я тебе приду, подмогу. А это вот как раз белые, вот они, крупные. Такая красота. Да, они очень красивые. Но они, ты знаешь, но они настолько белые, просто они белоснежные. Белоснежные. Да. И желтая вот эта вот серединка, да, это же вообще красота. Да, ну нет, еще. Какие они крупные, они больше это мои руки. Очень крупные. Это вот какой-то. Ну, а ничего, что оно так запотело. Ой, это же мята, вот это все. Не, нормально, нормально. Вот здесь, видишь, вот этот виноград. Папа полностью вырубил. Вот это здесь, да, на висит. Вот который вот здесь. Он вымокал, да, он говорил? Да, или да, что? И он что-то здесь будет другое. Беседка, полностью все виноградник вот там. Вино домашнее. Да, этот виноград весь из-за этого. Вот этот оставили, а тот кусок вообще практически. Тоже здесь вот так виноградник полностью. Да, обидно, что он здесь, это из-за вот этой, конечно, стены поднятой и дома. Виноградник, знаешь, пропадает. Вот Сережа весь его прорядил. Все было у нас в этом. Ну ничего, ни толку нету никакого. А все, здесь расти ничего не будет. Тоже цветочки. Только много. Нарциссов? Самый первый. Ну, у нас они, в принципе, тоже как первоцветы. То есть у нас раньше, чем 8 марта, на 23 февраля уже. Нарциссы уже. Здорово. То есть на 8 марта уже как таковых нарцисс нет. В основном только тюльпан идет. Ну, тюльпан, гиацинты. Но мы гиацинты не сажаем. 240 метров над уровнем моря мы находимся. Деревня. О, представляешь? 240, да. А наклон примерно идет в не меньше 10 градусов. Представляешь, это какой большой наклон? Представляешь. Ну вот. Видишь, какой у вас здесь это ландшафтный этот. Сложный ландшафт. Очень сложный. И здесь вот эта штука сделана, чтобы не стекала вода. В общем, здесь практически у всех, да, стоят опоры, стоят. Да. И когда дома строят, между прочим, вот это одна из опор. Вот здесь поднят вот так фундамент. Это просто стена. Соседи построили. И уже там, и уже вот здесь вот стоит дом. То есть вот так поднято полностью все. Чтобы поползни не было. Так, я взяла ведро. А идем рвать лаврушку. А лаврушку? Лаврушку пойду. Ну, давай, пошла на спецзадание.
Ну, молодые не рвать, да, то надо такие. Да, надо это. Чтобы самый ароматный лист, это надо рвать темно-зеленый. Так, вот он. Ну да, вот такой темно-зеленый нужно рвать. И тогда ароматный, хорошенький. Я переместилась на другой куст. Вот здесь тенечки и почище лист. Какой аромат стоит, когда рвешь? И его потом просушиваю, просто расстилаю газетку и на газетку раскладываю. Он буквально 1-2 дня полностью высыхает и закладываю его в стеклянную банку. Он отлично целый год хранится. Остатки выбрасываю и на следующий год обязательно обновляю. Ну, почти пол ведра собрала. Этого достаточно. И для себя еще и угостить кого-нибудь. Все, нарвала почти пол ведра, хватит. Может еще? Да нет. Плетистая, да? Это роза, которая плетется. Плетистая. Уже цветет. Тоже надо будет подвязывать. Все цветет. Чтобы туда росла. Красивый цвет. Очень красивый. И они когда цветут, шикарно. Потряся в бутонах вообще ставится. Надо будет подвязать тоже. Я же сказала, что деревня находится над уровнем моря 240 метров. И вот она. Красивое голубое море.